Ну, господа, давайте чуть-чуть в стороночку эти и начнем с 4000-ная. Значит, вот такая вроде бы небольшая катушка. Я ее, кстати, на всякий случай взвешу. Значит, передатка у всех 5-1 к 1. У всех передатка. Подшипники 6+1 к 1. Корпус пластик, но жесткий. То есть не скажешь, что это прям явно пластик. То есть действительно надежный корпус. Вопросов ни у кого не вызывает. Катушки уже проверенные временем. Их многие применяют и на мочевках, и на фидерах. То есть никаких вопросов здесь нет. Плюс большой, сразу оговорюсь, что к этим катушкам вы можете всегда докупить металлическую запасную шпулю. Вот прям свеженькая пришла. Вот такая шпулька с надежным фиксатором. Соответственно, надежной клипсой для лески. Поэтому на любую катушку сейчас есть запасные шпульки. И вы можете их приобрести. Стоят они совсем недорого. В комплекте их нет, не поставляется. То есть катушки, каждый идет со своей собственной шпулей. С передним фрикционом. Но вот у нас в руках Кастмастер 4000. Посмотрите, какое вращение. Вот я легко абсолютно даю усилие. По регулировке фрикциона тоже никаких вопросов тут не вызывает. Очень приятная катушечка, которая может использоваться на мочевке, на light, light medium и на пикерах, фидерах. Также металлическая клипса, еще раз повторюсь. И вот, наверное, стоит ее взвесить. Потому что у меня были сомнения насчет веса в каталоге. Они даже завышают вес. Ну вот смотрите, 4000-ная вещь 312 грамм. Вот реальный ее вес, 312 грамм. Ручка вот эта вот пластиковая, мне очень она удобна, потому что я лично не люблю вот последние тенденции катушек, это ручки из эво материала, то есть здесь все, вопросов, по-моему, никаких нет. Ручка точно так же переставляется, то есть можно ее открутить, ну, сложить, соответственно, и, да, более близко, ну, вот смотрите, вот я складываю, и если кому не нужно под правой, ну, соответственно, вы можете под левую руку, ну, ее переставить. Дальше у нас на счет, это Кастмастер 5000, точности также ручка, можно переставлять, точность такая же моделька, с теми же характеристиками, 5000-ник, вот достаточно приятное вращение, она еще, скажем так, разработается, просто там масло, смазка по весу 5000-нич, 405 грамм она весит. Ну, по-моему, шикарная катушечка на бюджетная, на хэвики, даже на экстра хэвики где-то. Ну, кто-то и ставит на медиумы. Смотрите еще какой момент. Это тот, что по цвету, вот на катушках есть цвет, здесь зеленый, до этого был желтый, здесь у нас синий и красный, видите, такие цветовые оттенки наклеены, такие полосочки. Это для тех, кто не хочет заморачиваться с выбором катушки, он может сразу подобрать себе фидер Кастмастер. На них есть точность такие же наклеечки на самих бланках. И под них же подобрать, соответственно, катушку. Значит, еще одна 5000-ник. Точность такая же катушка, но с вкручивающейся ручкой. Поэтому здесь идет надежнейшая. Ну, сами не буду рассказывать уже, я думаю, вы сами знаете. То есть здесь абсолютно надежная передача. Вот ее работа по весу. грамм. Ручка вкручивается. Поэтому, кто хочет прям сверхнадежность, хотя этот вариант первый тоже не ломается, ни разу не слышал, чтобы у кого-то какие-то были с ним проблемы. Ну и последняя красная, это 6000-ник Кастмастер. 435 грамм она весит. Вот такой ход у шпули, точнее ход у катушки, уже заговариваюсь.
Друзья, большое спасибо за просмотренное видео. Ну, показал, хоть будете иметь представление, что это такое, что такое космастера. Приятные действительно катушки, можете смело покупать, мы их еще проверим. Косяков там не обнаружено за все время продаж. То есть, действительно, такие рабочие бюджетные лошадки. Пожалуйста, подпишитесь на наш каналы магазина, на наши каналы магазина в социальных сетях, на YouTube-канал, Рутюб, Facebook, у кого есть Instagram и ВКонтакте, также Telegram. В Телеграме отвечаю я постоянно, лично я, максимально быстро, поэтому подписывайтесь, пожалуйста, вы будете иметь возможность получить две запчасти в год бесплатно, накупленные у нас удилище в период проведения акции. Об этих акциях я буду выкладывать только в соцсетях, да, и на, соответственно, в новостях магазина. Ни в каких форумах я это рассказывать не буду. Поэтому подписывайтесь, покупайте, делайте заказы в мультифиш, больших рыб вам, натянутых лесок. Всего вам доброго и до новых встреч!